На улице жара. Сейчас сидел я тут возле дома. С правой стороны, где там пожарная лестница, там жара, просто дышать нечем. Потому что рядом дорога, асфальт. Все это, конечно, накаляется. Ну и вот сейчас вот пошел в лесок, буквально тут чуть повыше дороги. Здесь вот такой вот называется. Такое местечко можно посидеть. Здесь вот на земле лежит галька посыпана. Ну и трава тут вроде бы как не растет. Ну и вот я тут сижу сейчас, отдыхаю. Там вот дальше с той стороны есть лавочка. Ну она там занята. Ну а так здесь нормально, тенечек. Постелил коврик, ну и все, можно посидеть, отдохнуть. Ой. Всю дорогу было холодно, лили дожди, наверное, всю неделю. Вот наконец пришла жара, от жары деваться некуда, просто катастрофа. Какое сегодня число-то? 17 июня 2021 года. Жара. Конец.